На портале «Добродел» в активной фазе проходит голосование за комплексное благоустройство придомовых территорий в 2020 году. Чтобы никто не упустил шанс сделать свой двор комфортным, администрация Ленинского района проводит с жителями информационные встречи. На текущий момент состоялось уже более 30 визитов во дворы города и района, а сегодня представители власти в гостях у жителей домов 2А и 6А по Советской улице в Видном. Есть время выбрать свою дворовую территорию или проголосовать за друзей, за родственников, чтобы их дворовая территория попала в рейтинговое голосование. Сейчас у нас 79 дворовых территорий находятся на голосовании. 7 из которых выйдут в обязательные, у нас обязательные 7 дворовых территорий, которые будут запланированы на следующий год. Конечно, каждого интересует, что же входит в такую модернизацию. Прежде всего, это обновление по 8 обязательным параметрам. Современная детская площадка, обустроенные парковочные места, лавочки, урны, инфостенд приводят в порядок контейнерную площадку. Не забывают и про озеленение двора. Впрочем, этот внушительный список добрых дел не окончательный. В каждом случае есть свои нюансы, и без замечаний местных жителей никуда. Заполните, пожалуйста, это анкетирование жителей проводится. Ваше желание. Далее анкеты будут внимательно изучены и учтены. Что же хотят видеть жители Советской у себя во дворе? У нас одна лавочка, а нас там 4 инвалида. Вот как нам разместиться? Кто-то пятый подойдет, уже некуда. Ну, чтобы облагородили детскую площадку, вот спортивную вот эту вот, где футбол играет, потому что все это гремит, могут и в 2 часа, и в 3 часа ночи играть. У нас окна выходят на эту сторону как раз. Вот, и побольше, наверное, все это новое должно быть. Ну, побольше для детей всяких, вот, качели там, я не знаю, крутилок, вертелок. Здесь же и падают. Мальчик, вот, ты руку до крови поранил вот на этой горке. Ну, какую-нибудь современную просто площадку, а не такую деревянную страшную. Дело за малым. Успеть до 25 августа зайти на «Добродел» и сказать «да» модернизации двора. Чем больше голосов, тем вероятнее в следующем году увидеть из своих окон благоустроенную территорию. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.